Уважаемые жители Богучанского, Абанского и Кежемского районов! Буквально через несколько дней состоится очень важное и ожидаемое событие в сфере обязательного социального страхования для работающих граждан. С 1 июля 2020 года в Красноярском крае будет реализован пилотный проект «Прямые выплаты». А это значит, что пособия по временной нетрудоспособности и пособия, связанные с материнством, вам будет назначать и выплачивать не работодатель, а непосредственно Фонд социального страхования Российской Федерации. Механизм взаимодействия работника, работодателя и фонда достаточно прост. При наступлении страхового случая, такого как болезнь, травма, беременность или рождение ребенка, вы обращаетесь к своему работодателю и предоставляете ему подтверждающие документы. В свою очередь, работодатель предложит вам заполнить заявление установленной формы, в котором вам необходимо будет указать предпочтительный для вас способ получения пособия. Таких способов три. Первый – это перечисление на карту национальной платежной системы МИР. Второй – перечисление на банковский счет, не привязанный к иной карте. И третий – почтовый перевод. При получении от вас заявления и документов работодатель обязан будет предоставить необходимые для назначения и выплаты вам пособия сведения филиал номер 9 Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 5 дней. После поступления указанных сведений денежные средства на выплату вам пособия будут перечислены в течение 10 календарных дней. Таким образом, механизм прямых выплат гарантирует получение вами пособий вне зависимости от того, каким является финансовое положение организации, в которой вы работаете. Самое главное, чтобы работодатель своевременно и правильно предоставил необходимые о вас сведения в наш филиал. Обращаю ваше внимание на то, что указанный выше порядок распространяется на такие виды пособий, как пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет медицинской организации в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Если у вас возникают вопросы по реализации пилотного проекта «Прямые выплаты», вы можете обратиться в наш филиал, в том числе по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Знайте свои права, берегите себя и своих близких.